Автолюбительница из Оренбурга, которая грубо нарушила правила дорожного движения, попросила милиционера решить вопрос на месте и наедине. При этом девушка была готова абсолютно на все. На откровенный намек инспектор не обращал внимания до тех пор, пока хозяйка легковушки не предложила ему деньги. Камера установлена в помещении поста ГИБДД. С одной стороны лейтенант Барбусов, он составляет протокол. С другой автолюбительница Кристина. Девушка грубо нарушила правила дорожного движения, но, кажется, не хочет, чтобы ее лишали прав. Дама предлагает милиционеру провести с ней воспитательную беседу, но в неформальной обстановке. Мне бы телефончик бы свой дали, да и все. В следующий раз бы я бы вам звонила. Тонкий намек на знакомство автоинспектор Барбусов как бы не замечает и продолжает составлять протокол. Кристина в отчаянии начинает оправдываться и старается продемонстрировать себя только с хорошей стороны. Я нарушила, знаете, не просто так, не самовольно. Но надавить на чувства строгого милиционера тоже не получается. Инспектор Барбусов непоколебим. Говорит, закон есть закон, нарушил, отвечай. И вот тут Кристина переходит рамки дозволенного. Положите сюда документы. Вы сейчас... А потом и вовсе выходит за рамки приличия. Недвусмысленно дает милиционеру понять, что готова на все. Давайте лучше по-хорошему сейчас просто проеду, сделаю и поеду к себе домой, хорошо? Отпустите меня помыться. Потому что вы нарушили статью. В какой-то момент Кристина попыталась решить вопрос с помощью материальной компенсации. 300 рублей лейтенант Барбусов наконец-то оторвался от составления протокола. Но у меня нету больше, ну что я сделаю? Я из вас и не вымогаю. А потом взял трубку и куда-то позвонил. Немедленно сообщено сотрудниками УБЭП. Они приехали, засняли все это на видеокамеру. Многочисленные и откровенные попытки Кристины искупить вину лейтенант Барбусов оставил без внимания. За исключением, пожалуй, последней. Задачу взятки должностному лицу девушке грозит лишение свободы до 8 лет. Максим Рашов, телекомпания НТВ, Оренбург.